Всем привет, друзья, Камушки Фэмили. Давно хотел познакомиться с этим исполнителем, да и вы меня попросили послушать уже давно. Правда, я забывал о нем, да, и вот вчера я снял ролик, загрузил. Вышел покурить, и вы написали послушать шит «Любовь». И до этого вы мне писали послушать шит «Самый худший ученик» и шит «Танцы». Давайте послушаем сразу эти все песни, да. Ну, как бы сделаем такой, как бы, небольшой выпуск, да? Ну, как сказать, небольшой такой средний. И потому что одну песню что-то я не хочу слушать. Ну, как не хочу? Я послушал одну, но давайте послушаем несколько, да, чтобы было, ну, как бы, классно, все четко. Но перед тем, как будем слушать, пишите свои комментарии, оставляйте. Оставляйте комментарии, лайки, колокольчик, подписка на канал, все знаете. И все, давайте слушать. Давайте начнем с песни «Любовь». 3 года назад. Ни разу его не слышал, если честно. Знакомый, кстати, мотив очень. Только я не могу вспомнить, что это. Обложка только непонятная, если честно, для меня. А что нам с тобой нужно для счастья? Чипсы купить и пиво. Вокруг все ноги, всех ненавижу. А ты у меня так красиво. Мы с тобой крутые чемпионы. А вся остальная самые гордоны. Ты расцветаешь, ты что слезинка немного пошла. Фух, ну такое, знаете, необычное у него исполнение, да, в принципе, неплохой трек такой, да, про любовь, да, про отношения, там, нам это хватит купить банку пива и чипсов, да, и провести этот день вместе с тобой, да, ну такой, лирический, да, трек такой, небольшой. И как-то он быстро, прям, знаете, как будто-таки очень быстро для меня он прозвучал, да. Не знаю, что сказать, на самом деле. По одной песне так много и не скажешь, да. Давайте слушать дальше. Давайте послушаем следующий трек «Самый худший ученик» и закончим на танцах, да. Ля, тут, кстати, этот... Как этот фильм, как сериал этот? Я не помню, ладно. Что, будем это смотреть? Мне кажется, фан-клип не очень. Давайте с обложкой послушаем. Потому что меня там упрекли, Мияги смотрел с фан-клипом. Да чё ты смотришь эти фан-клипы? Вся суть, типа, песни теряется, да? Ну ладно, типа, ребят, не... Я так и так нормально.
честно, ребят, такая музыка не для меня. Вот честно вам от чистого сердца скажу, ребят, такая музыка не для меня. Она имеет место быть, да, под определенное настроение, но из-за уважения к вам давайте дослушаем, конечно. Честно, бывают такие моменты, когда вот нечего сказать, честно, нечего мне сказать. Музыка под определенное настроение, и почему она людям нравится. Давайте почитаем, что тут пишут вообще люди. Самая драйвовая их песня, прям гимн моей жизни, нифига себе. А тут текст есть, ты думаешь, что Анося будет класс. Я пытался слушиваться, но я не понял особо. Я понял то, что мозг умер, а тело только осталось живых. Самый худший ученик. Совсем не лучший твой вариант, если могу стать лучше, чем сейчас, пожалуй, не уходи. Мой скромный народ, не буду я дарить тебе цветы, не буду говорить милейших слов. И будет очень скучно нам с тобой, прости, я жало, как моя любовь. Ну, в целом, так что текст неплохой, да? Ну, очень длинная песня, на самом деле. Я не русский, но это хорошо. Тут англичане, самый худший ученик, молодцы. Ты знал альбом, если да, Никита, огромный респект от души. Что на душе все равно ты лучший. В общем, как-то так, ребят, какая песня, такое и мнение, ладно, поехали, слушаем дальше, последний трек танца у нас, да, я не знаю, стоит открывать текст или нет, давайте глянем, комета отключена, о, это более-менее, да? Уже такая, знаете, летняя как будто. Все вокруг танцуют, пьют и веселятся. Ты самая красивая, но так не хочешь танцевать. Музыка ужасная, да и она так скучна. Где мы не знакомы, но с тобой будет получше. Если хочешь плакать, то я буду плакать тоже. Я не тяну платье, буду на тебе помочь. Можешь не смотреть и называть меня как хочешь. Все вокруг тобой, поэтому я с тобою. Хочешь, мы пойдем в контактный зоопарк. Хочешь, мы пойдем пить вино в театре. А завтра, а завтра, а завтра. Я не знаю, но вместе нам точно будет интереснее. Опять и опять и опять попадаем в ловушку, где надо искать дорогу из этого стрёмного места, где мы не интересны, где мы так бесполезны. Ведь все вокруг танцуют, пьют и веселятся. Ты самая красивая, но так не хочешь танцевать. Музыка ужасная, да и оно так скучно. Музыка ужасная, да и она так скучна. Как мы не знакомы, но
вокруг тупое, поэтому я с тобой. Ну да. Да вот это мне больше понравилась песня, чем две предыдущих. Ну, в принципе, еще «Любовь», да? Но это я выделил бы на первое место, на второе «Любовь». И на третье «Самый худший ученик», который мне, если честно, не особо понравилось. Хотя, если бы у меня было другое настроение, да, мне, может, было бы понравилось, да, ребят. Так что вот так вот, не судите меня строго. Так, ну, в принципе, это хорошая песня, танцы про отношения, да, про любовь, то, что... Если захочешь, я одену для тебя платье, да, давай сбежи в лес, будем жить вдвоем вместе, только вместе, да. Тебе будет самой не скучно. Я, как бы сказать, разбавлю твою жизнь, да, так сказать, новыми красками. Ну, в целом, да, очень хороший душевный трек. И такая обложка, знаете, тут море, да, такое, знаете, умиротворенное, да, как будто таки. Пески, лавочка. И они тут сидят вдвоем. Пьют пиво с чипсами. Ну все, ладно, ребят, на это все. Пишите свои комментарии, оставляйте лайки, комментарии. Что-то я уже повторяюсь, да, наверное. Ох, ну, по три трека это, конечно, тяжело, наверное, слушать. Ну ладно, ничего страшного. Ну все, ребят, спасибо всем, что посмотрели. Всем удачного настроения и хорошего дня. Всем пока.